Дорогие друзья, приветствую вас. Коренные тбилисцы точно узнают это место, потому что спрашивали у меня. Это проспект Церетели, бывшая выставка достижений народного хозяйства. Теперь это место называется выставочный центр Экспо Джорджия. Начало 8:00. Здесь достаточно оживленно. И четырехногие друзья, четырехлапые, да, четырехногие, хвостатые, в общем, ушастые бегают здесь. И люди, которые ведут спортивный образ жизни, вернее, здоровый образ жизни. Но они бегают, некоторые ходят. Так что разная картина и разные скорости. Но, честно говоря, я тоже хожу благодаря вам, благодаря нашим утренним экскурсиям. Ну, пока что это очень большого такого эффекта в плане сброса веса не дало. Но зато эффект, это самый большой эффект, это общение с вами. И такое знакомство с Тбилиси для тех людей, которые далеки от Тбилиси, и возвращение того старого Тбилиси, который для многих из наших зрителей это детство, это юность, это прекрасные годы. Вот все последние дни как раз наши зрители пишут: «Михаил, большое спасибо, вы вернули меня в детство, вы отправили меня в детство, я получил там или получила билет в детство». Вот это очень интересно, и, наверное, это самое дорогое описание. В общем, самое дорогое, да. В общем, хочу вам сказать, что Экспо Джорджия, он прекрасно сохранился, этот комплекс выставочный. То есть с самого начала, когда вот 90-х все развалилось, и все пошло там под слом, под приватизацию. Да, это место тоже приватизировали, но оно оказалось буквально в прямом смысле этого слова в идеальных руках. И здесь все ухожено, здесь аккуратно, здесь чисто, здесь свежий воздух. Здесь все время проводятся какие-то интересные мероприятия, фестивали, конкурсы, выставки, ну, форумы, конференции. Вот сейчас осень, будет обязательно фестиваль вина здесь, в выставочном центре. Дальше будет фестиваль книги, туристические выставки проводятся, строительные выставки проводятся, какие-то тематические встречи. Так что здесь очень хорошо. Здесь есть кафешки, ресторанчики, очень уютные, такие компактные, культурные, очень. И, в общем, живое место, двери практически, ворота открыты. Местные любят сюда приходить, гулять, дышать свежим воздухом. Вот здесь, правда, очень приятно и очень... Вот даже по-другому дышится. Вы видите вот эту вот красоту осенней природы. Вот, видите, с утра все убирается, все чистится, все моется. Так что хочу вам сказать, что молодцы, за этим местом прекрасно ухаживают. Вот. Оп, так, молодец. Взял высоту, называется. Похвально, похвально. Правильно. Легкая нагрузка, даже в возрасте, всегда дает положительный эффект. Ну, такая у меня тоже получилась прогулка. Ну, гулять надо после легкого такого завтрака. Кстати говоря, я по утрам люблю сытно есть. Все больше к вечеру. И это очень плохо. Вот наши зрители многие пишут: «Миша, вам нужно похудеть.
все хорошо, только у вас лишний вес. Ну вот сейчас, наверное, какие-то люди, которые проснулись в плохом настроении, напишут: а нам плевать, сколько ты весишь. Нам плевать, когда ты кушаешь. Вот. Так что нужно быть добрее и не жить со злобой в виртуальном мире и не переносить эту злобу в реальный мир. Посмотрите, как хорошо, как красиво. Какой у нас прекрасный город. Какая здесь красота. А, вот здесь как раз вот ресторан-терраса. И вот направление, указанное к павильонам. Вот. Растягивает. Это растяжка, хорошее упражнение. Как на станке. Вот здесь тоже мозаика, между прочим, очень интересная. И эту мозаику тоже нужно фотографировать, потому что сейчас эта мозаика, вообще фотографии с мозаиками очень ценятся, хочу вам сказать. Пользуются большой популярностью. И вот здесь тоже очень-очень-очень. Между прочим, 11 градусов, товарищи, холод. Я в летней сорочке. Вот, смотрите. И это тоже вот из прошлого. Сейчас пропустим мусоровоз, чтобы он бы меня с собой случайно на полигон не взял бы. Мусор бы не оставил бы там, на свалке в Норио. Между прочим, на свалке очень чисто у нас, хочу сказать. Вот, и там тоже павильончик. Это я вам хотел показать, дорогие друзья, потому что спрашивали, как там с выставочным комплексом, живой или не живой, сохранился, не сохранился. Вот, все хорошо, все идеально, теперь вы уже сами в этом убедились. Хорошего вам дня, свежести и отличного настроения.